В региональном управлении УФСИН состоялось открытие участка, функционирующего как исправительный центр, на 110 мест для отмывания наказания лицами, осужденными к принудительным работам. УФИС при исправительной колонии номер 4 расположен в городе Чебоксары на базе имущества компании, специализирующейся на выпуске спецтехники для строительства и промышленности. Осужденные к принудительным работам будут трудоустроены на предприятии и проживать в общежитии исправительного центра. То есть мы готовы обучать персонал, который будет у нас, и даже предоставлять выбор профессии. То есть не просто вот целенаправленно, а готовы предоставлять то, что действительно, чему человек склонен и что ему понравится. И вот я думаю, что такое направление позволит его найти себя в жизни, определиться, где-то научиться и тем самым принести наибольшую пользу и предприятию, и государству, и, конечно же, себе лично. Поэтому большое спасибо за вот проделанную работу. И, конечно, перед нами стоит дальнейшая большая работа, с которой мы уверены, что мы справимся. Начальник УФСИН Геннадий Шиндин, открывая мероприятие, отметил, что на сегодняшний день в регионе функционирует 8 УФИЦ с общим лимитом наполнения 521 место для осужденных принудительным работам. Благодаря эффективному взаимодействию с бизнес-сообществом региона во всех УФИЦ созданы прекрасные условия для их проживания и трудоустройства. Хочется сказать большие слова благодарности правительству Чувашской Республики. Вспоминаем, как сложно начиналась данная работа и как сегодня эта работа идет. Это уже крайний исправительный центр, который создан. Фактически мы выполнили поручение президента Российской Федерации. И в полном объеме 521 место сегодня созданы на территории республики. Огромные слова благодарности правительству Чувашской Республики, Дмитрию Ивановичу. Вы очень плотно и всегда на каждом этапе сопровождали данную работу. Ну и, конечно, слова благодарности руководству, коллективу, производственной компании «Промтрактор». Вы на себя сегодня берете, вы вступаете в очень важный для государства и для общества социальный проект. Исправительные центры помогают производствам справиться с дефицитом кадров, осужденным социализироваться и даже получить новую профессию, отметил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. Добрый путь, как говорится. Отметим, сегодня в республике осужденные к принудительным работам трудоустроены на предприятиях по переработке пластика, мяса птицы, молока, изготовлению железобетонных изделий на хлебопекарном и швейном производстве, рабочими в цехах промышленного производства. Постоянная работа и стабильный доход позволяют им погашать исковые требования и помогать своим семьям. Елена Яковлева, пресс-служба УФСИН в Чувашской Республике, жизнь столицы.